Всем привет, дорогие зрители моего канала, с вами Блэкс. Сегодня мы играем в игру под названием... Да, серьезный случай. Сегодня мы играем на карте Enchanted Forest, это новая карта, и сегодня мы будем тащить. Алло. Алло. У меня каменный меч. Я таргечу людей. Бежим, 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 бежим. Я правильно побежал, интересно? Что, простите? Я сука убил. У меня просто сейчас такой... Я правильно побежал, отлично. Я за тобой, стой, подожди. Подожди меня. Запоминайте, я элитные сундуки знаю тут. Я плохо очень карту эту знаю. Иди за мной. На. Иду за тобой. Иди ты нафиг. Тут еще двойной сундук есть, вот здесь. Ты сам знаешь, как за монстр киллил. Осторожно, просто... осторожно, за мной не иди. Ладно, я за тобой не пойду. Там чувак! Где? Я убью. Слева. Ой-ой-ой, он меня сейчас сольёт, сольёт. Где? Солил! Да почему? За бред? Я тебе сказал, не иди. А почему, если у него деревянный меч? Он, короче, либо читак, либо я не знаю. Я не мог так слить. Да почему? У меня были фульные хп. Я его рукой слил, лол. Да как? Я просто не понимаю. Это прискорбно. Зато это теперь нычки. Это вначале вылетело. Очень офигенно. Чего вначале? Вначале у меня вылетело, потом я слился. Зашибись. Да, действительно. Дабл килл. Теперь вылетело. Я тут был. Так, вот тут где-то еще нычка, я помню. Я гравей лутал. Вот она. Нет, 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 это дерево. Ты не видишь, тут еще сундук? Какой? Еще сундук должен быть, я помню. Три нычки гравей лутал. Что-то я не помню. А гравей русский, нет? Нет, американец. Далан. Далан. Тёма Зырянов зашёл. Тёма Зырянов. Он сейчас тебя обсирать будет. Мне как-то нассать. У меня что-то на этой карте немного подлагивает. Он меня уже обсирает. Вон там сундук. У меня на этой карте что-то подлагивает чутка. Мне очень нравится это. Тут херня. Надо потом будет повнимательный выпуск гравея посмотреть. О, чувак, здравствуйте. Здравствуйте, дорогие зрители моего канала, с вами Блэкс, и сегодня будем сливать вот этого петуха. Петух ко мне. Ну, это вообще как-то школьно. Стрелы дай. А, так, сейчас. СПМ... Блэкс, стрел, вот. Ой, это что такое? Слушай, он с читами. Или нет? У меня просто лагает что-то на этой карте. Я не знаю, что делать. Что делать? У меня есть алмаз, железо. Намек понял. Господи. Как там чуваки одеты, можешь сказать? Чмо. Железный нагрудник. Половинка у него кольчужная, шлем золотой, короче, петух. Чмо. И чмо. Че, плохо одет? Тима три, есть? Три чмо. Три чмо, один железный. Тима есть? Нет. А может и есть. Я не знаю. Вот тут один гонится за другим, я даже не знаю, Тимка это или нет. Непонятно, да? Да. То есть... Если он его догонит... А, хотя все правильно, то, что я, в принципе, слился. Да, правильно. Не очень-то правильно. На самом деле все правильно. Ага. А, нет. Нет, правильно, все правильно. Зачем потому ты что, слился? Потому что сейчас смотри, что будет. Толк-то?
Нафига ты пошел, говорил, не иди. Сейчас увидишь. Да че 20 FPS, я что-то не понял. Понял теперь? Почему я слышу? Слушай, у меня на этой карте тоже лагает, я не знаю почему. У меня очень лагает. GTX 780 Ti с 20 FPS. Я просто люблю Майнкрафт. Эта карта, чего в ней такого-то? Просто графика зашкаливает. Понимаешь, кубики очень сложно рисовать. Плюсик. У меня два железа. Не знаешь, где тут верстачок есть? Нет, ты посмотри в чат. М? Ты посмотри в чат на мои действия. Какие действия? Ты на каком? На 30-м. Ага, ты на 30-м. Все, теперь я тоже на 30-м. Ты недоразвит, хромосом не хватает, волка, значит, под пивом и... Он порвался. Ага. Ты это не вслух, пожалуйста. Чё с FPS? Я сейчас попробую выключить запись и потом включить. Ребят, я, короче, перезапустил фрапс, потому что без фрапса не лагает. А с фрапсом что-то карта-то подлагивает. Перезапустил я его, и толку мало. Хотя нет, побольше. О, ДМ! Вот это я люблю. Правда, нет... У меня кое-чего. Сейчас. Вот эти сундуки элитные, интересно. Я просто ищу элиту, ребят. Искать элиту это трудно. Облутано. Значит, тут были люди. У Тарасера тоже выпуск на Enchanted Forest выходил, я помню. Тролль, стимы есть, нет? Член. Значит, нету, да? Я это не говорил. Так есть или нет? Член. А где спаун? Наверное, там. Да, вон желтое дерево. На спауне кто-нибудь есть? Ноп. Нету. Но бежит кто-то, походу. Это я. Меч нет, не успею ты... скрафтить. Не успел. А, это другой гриб. Не успею скрафтить. Окей, ребят. Давай, Нига Бич. Тебе повезло на самом деле. Не, я просто нычки знаю. Нет, тебе повезло. Пусть они пвпшатся. Но на самом деле тебе повезло. Потому что ты сейчас так жутко подсосешь. Он сзади золотое яблоко хавает. Он не бьет тебя. Убегай, просто сейчас отбегай. Отбегай, он сейчас подсосет тебя. Тихо. Он его сейчас убьет. Нет? Как? Не что там происходит? Один хочет ЛС, другой золотое яблоко сожрал. И они сейчас жестко пвпшутся. Давай, просто стреляй на рандоме. На рандоме, ей-богу. Он понял то, что ты ему не друг. А нет. А тебе друг. Тихо. Ой-ой-ой-ой. Юрка, петушок. Что они так, делают? Тихо. Я не знаю, они возле гриба танкуют. Фак. Стрел нету. Так, тихо. Вон, он сзади. Это биомусор сзади. Вижу. Тихо, беги просто, беги. Нафиг, вот сейчас они сражаются. Сейчас подсосу как бог. Сейчас щиты жесткие. Тихо. Щиты жесткие врубил. Да чё-то у него хп много, и ты не заметил? Да, на самом... Да я заметил. Ой-ой-ой-ой! Бог. Этот за мной бежит? Стой, ну у меня хп мало, я не знаю, что делать. Что делать? Стоп. Окей. Где тут верстак? Тут верстака нет, что ли? Я не понял. Тут верстак есть, тролль? Верстак? Йо, чё ты чё, верстака нету? Да, конечно, наверху гриба один. Блин. Сейчас проиграть могу. Но если проиграю, то ладно. Почему? Ну потому что... А чё, у него какой меч? 60 секунд до десматч, всё, вас фигачи сейчас начнёт. Го? А сколько у тебя хп? Давай! Он задолбал. Чё он пишет? Убей его! Сейчас его молнией добьёт, погодь. Как
когда его начнет молнией долбить, убей его. Сразу. One sec. One sec прошел. Тихо. Сейчас его долбить будет. Ох, жестко. Ох, жесткое ПВП. Давай. Аззаз. Все, просто стой. Сейчас его молния просто... Очень DLS. Глупо было. ДЛС этого бомба. Ой, какая бомба. Просто стой. Ой. О. Чё, это он залагал? Аззаз. Ну все, ребята, мы с вами записали серию на карте Enchanted Forest, и надеюсь, вы видели две нычки, это двойной сундук и еще одна нычечка. Ну а с вами был я, Блэкс, и в следующей серии, может быть, я по Chest Roads по этой карте обязательно выйдет, потому что она никуда не денется. Ну а с вами был я, Блэкс, и всем удачи, всем пока, берегите себя. Пока-пока. Пока.